Девушка, руки замерзли, просто ужас. В общем, берете грелочку, открываете ее, встряхиваете, чтобы произошло там действие с кислородом. И она в течение 3 часов греет. Замерзшие руки, красные щеки, онемевшие носы. И от холода не спрятаться, не скрыться, когда автобусная остановка – обледеневший оазис. А ты в нем – одинокий пингвин на льдине. Обещанное потепление в Красноярске не торопится, но компания «Кулинарный Олимп» всерьез взялась за борьбу с холодом. Каждому по одноразовой грелке от активиста в рыжей курточке и хватит холодать. Красноярское антифриз-движение началось с необычных инсталляций на остановках города. Наверняка вы видели вмерзшие в глыбы льда манекены. Эти скульптуры всем своим видом говорят – согревайтесь, пока не поздно. Подобная акция объединила под своим теплым девизом волонтеров, горожан и представителей бизнеса. Организаторы уверяют, движение «Хватит холодать» продолжится и весной, и будущей зимой. Наша торговая марка «Кулинарный Олимп» активно поддерживает это движение «Хватит холодать». Его создала с нуля как бы и предлагает действительно полезные советы нашим красноярцам по борьбе с холодом. Согреться на морозе можно десятками способов. Дикие танцы, ходьба по кругу или просто стаканчик горячего кофе. Но самый верный и приятный вариант, уверен активист движения, это горячий сибирский обед. Тарелка горячих пельменей, которые мы кормим прямо на улице, либо грелки, которые мы раздаем. И вот появилось наше чудо, наш уникальный проект. Это теплая остановка на улице Перенсона, где все желающие могут погреться. Компания «Олимп» в буквальном смысле отогревает красноярцев. Теплая остановка оснащена лампой обогрева, а в само сиденье встроены инфракрасные обогреватели. Чувствуете, да, что здесь тепло, ждать транспорт можно очень комфортно. От замерзших рук идет пар. В сочетании с грелкой и преждевременно поглощенной тарелкой пельменей замерзнуть будет очень сложно. Проверьте сами. Спасибо за грелку. Буду пользоваться всегда, чтобы было тепло мне. В рамках проекта «Хватит холодать» запущенная теплая телефонная линия. Номер указан на баннерах компании. Замерзли? Тогда звоните, и вам помогут справиться с холодом, полезным советом или просто добрым словом. Один совет «Кулинарный Олимп» нам уже сегодня предоставил. Горячая сибирская диета – вот спасение от лютых морозов. Мы есть то, что мы едим, проверено НЭПом и холодами.